Погода в Иркутской области постепенно проясняется. В большинстве городов облачно с прояснениями, однако в некоторых населенных пунктах выпадут небольшие осадки. Где именно, расскажем в прогнозе погоды. В четверг, 24 октября, в Ангарске переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 8, днем 0 градусов ровно. Похожая погода в Шелихове. Там переменная облачность без осадков. Давление нормальное – 725 мм ртутного столба. Ночью в городе минус 4, днем плюс 6. В Усть-Куте осадки. В городе атмосферное давление 735 мм ртутного столба. Температура воздуха минус 5 ночью и 0 градусов днем. Тоже в Усть-Илимске. Там облачно с прояснениями, временами снег. Атмосферное давление 735 мм ртутного столба. Ночью минус 1, днем до плюс 2. Облачно с прояснениями в Братске, кратковременный снег. Давление нормальное, 721 мм ртутного столба. Ночью в городе 0 градусов, днем плюс 2. А в Тайшете пасмурно, без осадков. Атмосферное давление 734 мм ртутного столба. Температура ночью 2 градуса со знаком минус и плюс 4 днем. В Саянске погода без осадков. Там облачно с прояснениями. Атмосферное давление 715 мм ртутного столба. Ночью в городе минус 2, днем 4 градуса тепла. В Усолье-Сибирском переменная облачность, без осадков. Давление нормальное, 726 мм ртутного столба. Температура воздуха минус 7 ночью и плюс 7 днем. Похожая погода в Байкальске. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 8, днем плюс 2. В Бодайбо облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ночью в городе минус 9, днем минус 4. В поселке Мама облачно с прояснениями, небольшой снег. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 12, днем минус 2. Без осадков погода в зиме. В городе облачно с прояснениями. Давление в пределах нормы 724 миллиметра ртутного столба. Ночью в городе минус 5, днем плюс 2. А в Иркутске переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха минус 4 ночью и плюс 5 днем. Улыбайтесь при любой погоде и удачного дня!